В таланте можешь. Нет, там ничего не написано. Но у меня там 45, по-моему, было, а сейчас там сколько-то. Вот, у тебя есть еще микрофон выключен, ты не разговариваешь. Да я, ебать, только проснулся. А, нихуя. Нормально. А у меня так хп мало. Что-то тут не так. Нормально. Аккуратно спускаем. Сразу на пули лес. Потому что я сейчас жестко буду бить. Блин, так и знал. Сальву дал по себе. А ты праведный ухни? Да. Да, точно. Блять, он заебал нахуй, я забыл. Все, я залетаю сразу. Сука. Правильно я рубил нахуй. Это дебильное. Беда на тебе. Я ассиста дал, выйду. Чтоб меня скис что поставил. Че, на рысь идем, ебать? Блять. Тут экран, я ебу просто. Непонятно даже мне. Неудобно. Тест на ИВБ, скорее всего. Есть-то баф. Ну, масс-реса нету. Ну, главное, чтобы лог добежал. Кто там. Лог может взять к экону. Попробуй. У него реги на дизайн. Да, пусть к экону сядет кто-то. Вся? Чё там? Грязит селка. Погнали? Бафы надо нахуй. Куда? Подожди. Бафы, пристабаф, лап. Бафы на хп, каску. Нахуй тебе кулак. Каску надо. 8% раздайте кто-то каску. А какие 8%? 10% потом раздадите. Чтоб пробегать, надо больше хп, чтобы было. Все, хотя бы по себе, ибо не. Угу. Но с хп нету нихуя. Все. Да, было 30 тысяч, чего-то не хватает. Ну все, давай отчет там. Все, я маз дал. Полетел. Че, лес идти сразу? Понял. Че, не прокнул? Сразу рыбку поставь. Поставил. Стоит. Лес идти всех. ИВБ засумонить надо, время идет. В первую очередь лока резайте, чтобы шкаф сразу. Грили, да резни. Резу, рез. Давай его ставить. Вот, может он вставать, мы все присумоним сразу. Так, сейчас хрыпухово и спектусь кота. Давайте, да. Сапроты выпиваем. Видите, сапроты. 8% не давать? Не, давай, конечно. ДПС нам все равно нужен. Дайте мне кулак. Сейчас дам кулак себе. Хотя бы точно. Каски туда нету, каску. 8%. Ну, сейчас 28%. Я не могу дать, я на паладине. Надо быстрее это все делать, долго стоим. Давай, это очень да. Долго. Пошли, не башим.
более 20 секунд. Вот там магия этот. Успеваете делать его по ней? Черепок. Черепок. Сбежали? Бегите черепок сюда быстрее. Разбежались. Четыре разряда вот этих считайте. Первый, потом еще три. Тут просто неудобно своего экрана. У него все на экране. Да я не то, что ты, а всем остальным, чтобы тоже считали. 30 секунд до бури. Они там уже впритык будут. Четвертый прилетит и сразу буря. У вас четвертого, да, сразу начинает. Можно просто тупо сбежаться, четвертый, и все. Вот сейчас забегайтесь в центр. Сбегайте. Сейчас стрельнет. Ну ладно, все за утром стартили. Не зыбку дал. Если еще раз по мне ударят, я этот балл будет сброшу. У меня сейчас просто крылья работают. Да три и шот нет. Сейчас балл от КД шанс. Все, уже скинется. Уже не надо, блин, да, уже не надо. Вот сейчас этот удар и буря. Сбежались, ребят. Сейчас ударят, потом сразу сбегитесь. Угу, сразу сбегитесь. Майданов не поднимите. Я как раз на тебя бабло сакру, да? Немного в бабле побью. Так, я сбросил. Сейчас разряд и бурь. После взрыва сразу сбегайтесь. 3 секунды. Подбегали уже, подбежали. Все, разбежались. Ну что-то его долго бьем, пиздец. У меня такое ощущение. Да не, нормально. Ну ты просто видишь, на чужом экране как будто долго. На тот раз он так же. Да, всякие тогда. Ну, залети, ну. Сейчас. Залил. Угу. Пошли, чё. Нормально, нормально. Все с мамой. Норм. Все, забегайтесь, даю не зыбку. Все, сбежались, да. Че у Керуса с агро, блядь? Агро я на него наплюю. А он, наверное, с перчаткой там оружейник зачарил. Красавил дам по тебе, Керус. Да не, он как бы не догонит, просто дохуя. Ну все равно.
Вроде и ДПС, прям. Ну не так много дает, чтобы вот так там ГДК тем более догонять. Mm-hmm. Пиздец. А группуйся. Они, по-моему, перепутали. Там, блядь. Да, перепутали, походу. Сейчас. Забирайте и сундук, смотрите. Забираем. Умираем. Все. Забираем. Показывай, что интересно. Говно ебаное. Пиздец. На Энха нахуй выпало, блядь. Все-таки Энх, твоя судьба. Энх, твоя судьба, да, блядь. Ну, кстати, нереально жесткий Энх получится. 15-ка это. Только не заходите пока. Да. Только дотки не навешивайте, это самое важное. Если умираете, умирайте просто. Все, да? Да. Так, кто потанчит? Керас лучше, наверное. Чего? Я. Да, ну, пускай, хотя, пускай он. Пускай он, да похуй. Ну ладно, окей. Я, наверное, просто на 2к меньше него дам. Все. У тебя там третий спек, если не ошибаюсь, тебе надо лететь куда-то. Не-не-не, лететь не надо, я камень на него потрачу. Да, пускай лучше он мишка-мишку нахуй. Охуенно будет. Агро проверим. Ну там главная реакция, таунт и все. Дайте мне. Кто-то сагрил нахуй. Ну, блядь, отойдите в сторону, блядь. Лестните, я пока это... Никогда, Каски это, не осторожно, осторожно, здесь не бегайте дальше деревьев, да, блядь. Быстрее хп резаем, отхиливаем всех быстрее. Давайте. Так, сейчас, короче, за кружком аккуратно. Вот, смотрите, надо увидеть угол вон там и вот... Побежать ровно за кружком, когда будете бежать. Ну все, приготовьтесь. Чтобы левых и правых не сагрить, надо бежать. Все, давайте, как начнете бежать, я мастера лорда. Да, давай отсчет, короче, я не зыбку прожму. Угу. 3, 2, 1. Сейчас ускоримся, когда на повороте вот здесь. И вот здесь к правой стеночке. Вот. Ух ты, ебать. Главное, лок и какие-то тела, чтобы добежали. СС был? Ебать, 86 хп. СС... У этого столовка есть, если что. А, СС, если что, есть? Ну, чё он пишет, СС? Ты кидал СС или нет? Всегда СС надо кидать, если есть. Я здесь поживу. Там кто-то встанет? Ну, мы с магом остались, ну с Женей. А встанет Экон? Я встану тогда. Слышь. Ресы грели, то и... Надо всех можно реснуть, все добежали. Но грели-то ресы, да, себе ножка. РСС всегда, всегда кидай на того, кто может ресать. Всегда, если есть. Если нету, пиши нету. Не спрашивай никогда. Если масрес есть в гильдии, то тогда на любого челика СС. Можно на себя. Короче, кто добегает? С инвизом, может, кто-то. И быстрее. Есть еще 5 слоев. Быстрее резь, поставьте шкаф. Быстро надо уже рыба, чтоб стояла. Вот резнули челика, все, бафаемся сразу. Женя, рыбку ты ставишь? Он стоит, аут. Где рыба? Мобы сейчас двух целителей по очереди бьете. Там метки поставишь. И под морду медведям не заходите. Все, надо уже идти и башить. Долго очень. Каски. Каски 8% закидывали. Целители отвезти. Ты этих петухов отдай. А целителей туда выводи. Вот идол стоит, вот идол. Идол стоит. Я его разыбу.
Иначе под идолом у них не восприимчивость. Метку поставьте на любого, у меня на половине нет меток. Так, ну, сука. Вот звезду бей. Угу. Тот стан даст. Тептал, тогда не даешь эту ледяную заморозку. Да я нихуя не дам, потому что ты мне порцентул. Вот, под мордой стоял, ну, блядь. Или сорвал, или что это было? Не, я не знаю, но я стоял вон, где станку меня убило. Короче, 30% не, стан дашь. Я первый дам тогда. Сейчас даю стан, дал стан. Второй стан надо, чтобы кто-то другой дал. Давай я дам, только ты мне скажешь, когда будет 30%. Если что, я подставлю. Может, БРни? Или нет. Потом можно? 33, 32, сейчас, давай. Сейчас. Ну, резко тебя, нормально. Сразу резать готовьтесь и бафать его. И сразу пуляем. 7% подает, давай резать. От физы, да, мало. Есть что масса сокрупли. Танки, значит, звездочки стоят, а вы вот здесь. Вне поля зрения, да и похуй. К стене упираетесь, короче, чтобы вас не откидывало РДД, хилы. Угу. Все, пуляю. Медведя через 18 секунд смотрим. А там чисто он превратится, и у тебя секунда есть до сала. Сало будет вешаться. Я еще буду ему скидывать сейчас, как он медведя станет сразу. А че по Гере? Давай. Гера сдавай. Все, я сдал ему. Керуса хильте сильно. Главное тут танков не проебать, тут дамага поредит. Если что, просите каплю, я сразу под бабу прожму. Не терпится целка потанчить, Мишка. Я четверг, сука, на сутках. Рейд проебу, блядь. Ну ничего, в субботу можешь на Мишке сходить. Когда на фул собраться. Ну. А, идея, кстати, крутая. Ну а чё бы нет? Мишка же нормально, да? Да нет, все равно массейв рулит. Ну да. На, агро подняли. Чувствуется. Эмма не сдал мне некуда. Он на тебя не повешал нихуя там? Увечья. Истерию на кого кидаешь? На... Ой, я ни на кого не кидаю. Ну, халяву кидать? Халяву ебать. Я сейчас как раз крылья не все равно. Ой, а чё у меня с агром? Сейчас я сальву дам. Да, всем агро подняли, не только танкам. Да я на тебя скидываю триксы. Ааа, да лучше вон на Slayer Magic кидай, он посильнее будет. Ты мне рад... А не, он рядом, кстати. Да, ты всё этим прям почувствовал. Так, сейчас под Мишку сдам. Мастер аура от физы, чуть побольше физы тоже нам. Все, мастер сдал.
Сейчас смотрите, будет рысь, последний, третий сундук. Там надо прям аккуратно, прям, потому что у нас вставалки нет. Нужно и до острова добежать. Вот там сдать, допустим. Шеня, джипсы поставь, я... у меня диван тут для этих легов нету. Так. Вот, и потом ССом. Ну, СС откатиться должен уже, по идее. Первый создал на первом. Сейчас должен быть СС уже. Сколько минут, говорит, скажи просто. Есть, все, СС есть. Ну, а мы же там на два путя будем, бля. А первый я постараюсь этот сдать. Диван пробежать. Я тогда этот перед полом два свободы на тебя кину. По-моему, не должен вроде замедлять. Ну, посмотрим сейчас. Троллейбой, если упадет, круто будет. Или наоборот, посох лучше. Посох у нас жерды дарит. Ну да. Любой можно тебе на бодыка, когда он будет для себя рано. Но насчет танкой, не знаю, я вас прошу, ему нужен троллейбой. Бэт хз. Если колбы нет, нету смысла. Ну на троллейбой сразу БДК буду делать. Только Т4 надо с кары, сука. Да. Ты, кстати, ходил кару уже? Долгое мероприятие тебя ждет тогда. Ой-ой. Не знаю, как-то не так ротацию начал теперь. Еле-еле ПС отдается. Игра просто дохуя. Агра? У нас 17 минут. Будет. Ну, в принципе, если добежим, там за 5 минут заливается вроде. 23 минуты не ходите? Да. Нормально. Так, сейчас я в... Нет, там бежите два танка. Дух и умираем. Надо так же в танке вставать. Да, все равно, два танка, все равно. Что там, троллейбой? Гнев. Залупа. Опять гнев упал, блядь. Пиздец, когда дагер упадет? Все, отсюда тогда сразу бежим. Тут же не почему? Надо убирать. Почему? Надо? А, да, бля. Что-то забыл. Ладно, умираем туда. Че, умираем? Да-да, умираем. Два пути проходить. Не бегите никуда, умрите по-быстрому, ребят. Время. На 3 сундука же хотели закрыть. Там кольцо еще хорошее падает. На хилов. На РДД. Блять, а саппорт же только на одного босса нужен. Да-да. Ну сейчас после этого рыси Джиналай, на нем саппорт. Да и на последних двух тоже. А, поставьте кто-нибудь это, джипс. Ты что-то сломал. Да, добегу да, прям для этого поставь. Тут он еще талант, но скорость передвижения не взял. Пиздец. Чинитесь, джипс стоит пока, а то, блядь, встанете. Да, да. Сейчас вот джипс стоит, заберите. У него водомерка, кайф. Сейчас я всем каски раздам. Один момент. Сейчас ты... Что такое, агро? Да не, чуть не сагрил, блядь, ничего. Кошку вот эту не сагрите, которая рядом. Я вот чуть не сагрил, я упал. Дам двоем пол, а давай свободу и
сразу побежим. СС? СС? Кто будет? Как мы встанем первый раз? ССом? Ну я постараюсь диван дать еще. Я в инвизе. Смотри, мы пробегаем два раза. Нам нужно, чтобы либо СС, либо диван сейчас был. Смотрите, дайте СС на ИВБ, я постараюсь ВВБ диван дать, чтобы СС не прошел. Давайте так сделаем. Кидайте на ИВБ СС. Все, ИВБ я запомнил таргет. Сейчас. Что, побежали? Давай я подаю. 5, 4, 3, 2, 1. Туан свободу дал. Побежали. Все, мастер. Ну, по воде есть? Блять. У меня есть. Не, ну в плане АДК, которая массовая. Короче, я не добежал. Ну ладно, самое главное ИВБ. Я его не вижу даже. А, есть. Ну когда ИВБ, он убежал, блядь? Добежал. Главное, чтобы ВВБ... Я вообще не упаю. Ну, добежали, давай по нему. Это лог, главное, чтобы там рядом. Я дал. ВВБ дал. Ну и все, помирайте. ВВБ, ты в машине остался или где ты? Ты что, быстрее умираем? Почему я на острове? Все, окей. Умирайте. Все? Сейчас, подождите, сэвэйдится. Сдохнут еще челики. Да, окей. Там все сдохлись? Я не обратно бегут. Давай, стой. Они обратно бегут. Все. А, ну все. На этих даже боя не было, у них сказали почему-то. Ну нам же лучше тогда. Окей, а я вон вис ушел. Все, окей. А у тебя диван не откатывается после вот того, что мы померли? Диван, говоришь? Сейчас, где он? Нет, там должны все умереть. Весь рейд тогда откатится. А, нихуя. Ой, вся надежда, что пробежали теперь. Так, а где мы, блядь? У меня свободы нету, я последний выпил, есть еще? Или она тут не нужна, я не помню. Да. Оно больше не работает здесь. Тебе все равно станет же. Тут же отстану мы делать. Сейчас это... ждем мастер ауэр, 20 секунд откатится. Это мне сейчас эти сетку дали какую-то. На ХП. Тебе, по-моему, рысь. Эхо, дай по воде. Сейчас, секунду. Дайте лед. Отсюда будем стартовать. Сейчас. Подождите, у меня божественный этот исчез с экрана. А, ну у меня КД забей. Так, ну, мастер аур готов. Ну давай, чё тут. У меня ни зыбки только нету, блядь. Давай я на себя адвайн свободы дам. Сейчас. Адвайн свободы, оно... Здание забегаем. Да-да. Внутрь направо. Погнали. Все, Эмаз дал. Ускорились. Тут аккуратно, чуть левее встаньте, блядь, не сетку дали. КГ. Я в бабле пойду дальше. Главное туда за угол добегите. Где грилит? А, блядь. Добежал. Ну, вот сейчас. Никто не добежал. Не, нормально. Тут можно где, грилит и резать. Где ИВБ лежит? Да вы все тут лежите, блядь. Ну и ВБ, я не знаю, он встанет, его сагрит, он не сагрит, я не знаю. ВБ, пробуй. Ну пробуй, он ну. Сагрит. Все, ложитесь. Побежим заново. Ну я попробую резнуть. А, резнуть у меня хуй не попробую. Пошли, бежим заново, заходите в инст. Быстрее, давайте. У нас еще есть одна попытка. 11 минут. Только через два раза. Ну у меня, кстати, камень откатил. Мы побежали буквально тут этих 2 метра, блядь. Надо тебе в танка прыгать, блядь, слышишь? Протопалом. Да, давай сейчас. Если что, там массакру дашь на меня, это каплю. И это, какой-нибудь, блядь, там сагришь мобов, там хуй знает. Тогда давай я первый побегу, сагра, подержу их. Да. Только у меня этого мастера вроде не будет. На похуй мастера. Это вот когда этого босса добежать. Окей, сейчас. Блять, сейчас до острова кто нас резать будет? Как мы будем добегать?
Айкон есть стоволка? Вон виз можно увидеть. Вот он. Инвиз, инвиз. Ну, в принципе, я могу пробежать, попробовать опять. Я в прошлый раз вот пробежал без боя вообще. Ну, это... передо мной всех сагрили, я дошел. Попробуйте как-то. Пока еще времени, 15 минут есть. Окей. Сейчас захилите танк. Сейчас мама топлюсь, каски сам знал. Я встать не могу, если что. 13 минут еще. А если что, вон вис стоит, то и рис. Окей. Пусть он главное, сзади бежит. Все, тогда я бегу первый. 5, 4, 3. Собираю весь страшный самый. 1. Бабл хуярь, да и все. Масса клонда. Только толку, кто нас резать будет, тут если бой на пацана будет. А у кого инвиз? Они в инвиз зайдут. Ну заходите. Сейчас меня убьет, только потом заходите. Блять, рысь. Долго бьет. Грилит рано умер как-то, по-моему. В самом начале лежит. Бля, шкаф пробку. Грилит, ты вначале упал, надо, блядь. Как мы теперь пойдем? Где? Давай ему БР, да? На Керусе бой. Тебе надо сдохнуть. Сейчас. Где Грилит? Ему сейчас БР, да? В самом начале вообще. По-моему, наверху. Там можно его резнуть возле воды. Аккуратно. Ну давай, если да, успеешь. У тебя один хп, блядь. Не могу его резать. Ну чё, где он-то? Не, мне ещё нахуй. Не, не могу. Не, нахуй. Он сверху, по-моему, да? Да, он сверху. Блядь. Короче, блядь, я не знаю, но эко не бой. Надо сдыхать, бежать заново, что-то делать. Время, потому что сейчас кончится. Тебя выкинуть с механоцикла? Резайся быстрее, давай, у нас последний шанс. Вот сейчас прям максимально последний. И как кто сейчас как будет добегать? Да я буду... Они там на острове сидят, мы сейчас к ним добежим. Они нас резнут. Как она на них не сагрится? У меня нож откатил. Нет, они отойдут просто подальше. Попробуем. Грилит, мы пробежим, ты нажми инвиз просто свой. У тебя есть зелье инвиза? Ты после нас в инвизе пройдешь просто аккуратно под сапогами. Механоциклы тут нельзя юзать вроде. Они отменили их. Не, эти можно. Ренегатские. Пусть он сзади бежит. Бегите, давайте. Вань, я бы на твоем месте отошел. Давайте, ребят, у нас вот босс убить 7 минут. Там пока мы добежим, у нас урон 4 минуты есть. Давай я под баблом первый побегу туда. Все шипы на... Все, побежали, побежали. До конца. Давай, я всех держу на себя. Не прям. Че, Грилит забежал? Да. Все, главное этот бой скинуть теперь. Грилит, отойдите от него. Не бой. Вроде далеко отошли. Бой, вот он на Керуса бежит. Все, Керус сдох. Все, давай шкаф. Так он бежит на Грилита вроде, нет? Да. Уже вроде нет. Сейчас он умрет. А как? А, все. Есть его резнуть как-то? У меня есть ножик, но я хуй знает, пропнет, не пропнет.
Пробуем. Прокнул. Ура. Винтов, пошли. Ага, блядь, у меня вылетело. Не только у тебя. Сервоклюк. Да вроде нет. Да, сервоклюк. Нет, нет. Меня тоже выкинули. Меня тоже выкинули. Не знаю, я телепортируюсь, все нормально, все работает. А, чат сдох. А, это рейд у меня, блядь. Не-не, сервак сдох, я не могу на молот сесть даже. У меня норм, все. Ребят. А, нет, нет. Зашло. Мы сейчас КД на шкаф тут поставим. Халява, ты где? Иди в инвизи, пойди к ним. Зашел, я не прошу. 4 помогает. Пройдешь, там в инвизи вообще никто не трогает. Я Кирту зашел. Аккуратно в инвизи пройди. Я Кирту зашел, давай Кирту. А Кирту там? Да-да-да, Альт F4 помог. Зачем меня сумонить? Я же стою тут возле босса. А, тьфу. Эй, забыл, что ты там. Мочи всех побыстрее. Кира, вставай, давай. У меня показано 0 минут. Ну чё там? Танкуй, экона. 9 минут уже осталось, вы не успеете. Давайте, мы не успеем, реально. Давайте, последний раз. Если сейчас хорошо сделаем. СС есть? Или вставалка? Может, я в инвизе пройду? Попробую ты именно визите, да. Давай, отчёт. Только ты иди тогда в конце, потому я только... Подождите. Ливанут. Сейчас, погодите, мне надо поедать на инвизи. Блядь, где ваши водомерки? Все, пошел в инвизи. Я первый бегу. Я держу босс. Я сколько смог удержал, давайте масса крови еще сдам. Вы пробежали? Ну я, по крайней мере, да. Да, Игорь или... Дима, на лестницу. У меня инвиз есть. А у него есть резность? Да, я устал, он может резность. Дима, пробуй. Кирус, там инвизе? Да. Давай, аккуратно пройди мимо. Нихуя. Да не, нихуя. Сейчас Кирус аккуратно резь от Гриллита. Он в инвизе идет. Лестница, говорит. Ну, Гриллита можно резать, но это только отсюда надо. Вот тут проходи. Я их отвернуть могу как-нибудь попробовать. Бля, пиздец. Ты можешь мне на них пойти не загнать, если ты прям не в них будешь стоять. Все нормально. Все, прошел? Ой, вот отсюда. Давай, только на середину не заходи. Экона вначале резать? Нет, нет, Гриллита, он шкаф поставит. Бля. Потом мне экона уже. Сейчас. Вот дальше не заходи, давайте. А там выбрать стал инто. Все, резко. Да мы, блядь, 7 минут. Главное, это крылья, не двигайся, когда резнешься, а то это сагрить. Убегайте сразу, убегайте. Назад. Давай назад, шкаф. Шкаф хуярьте. Ну я не знаю, 6 минут, это надо его за 5 убить. Да, тут прям надо берется свой. Давай. Вставайте, заходите в инс, сумоньте нас, сразу баф и все. Можно даже резать, вставайте. Вставайте, вставайте. Вставайте, вставайте. Сум, сум. Я в ретрик, а ты в танке, да? Да, рядом сразу лежу. Беги за угол. Да, да. Ты в ретрик, а Кирус в танке. Ага, все. Сумоньч. Сколько там показывает? 6 минут, сука. Давайте сум сразу поелимся. Да даже рыбу не буду есть, похуй. Сумоньчик. Да. Где рыба? Все сумонились. Не вой, вой. Все, все, все. Где мы? Мы еще ту сторону даже. Пошли быстрее за мной. Все, пофиг на рыбку, ребят. Сразу вставайте сюда в угол. И бьем босса. Блять, сагрится трэш, не знаю. Давай корнями, корнями. Всем. Блять. Бля.
Трэш убили. Блять, ну. Заклинатели первым убили. Оплетение нахуй жили. Там точно заклинатели играют. Да. Это он каст кидает. Блять, мне сальва нужна, срочно. Пиздец, ДБР. Вот, с него баф надо было диспелить на заклинатель, он ускоряет от силы скорость атаки. Ладно, он не успел третий сундук. Да и хуй на этот третий сундук, рот его ебал. Поставь этот SSD по кому-то, сейчас здесь же станем. Одного танка мы не убьем, наверное, да? Пробуйте, почему, бейте. Бейте. Вот Геру, давай бейте. Сложно. Да не сложно, нормально. Сложила, ебать. Сейчас 83к. Устал, я на тебя это кинул. Диван. Давай, падайте быстрее. Пидор ебаный с трэшем со своим говно, блядь. Та-та нормально, давай умирай быстрее. Все, резко все. Нормально, так ебал. Там вон, три сундук, что там, кольца? Надо сейчас засесть, сколько мы его бить будем. Блядь, ебал это. Ебаный нахуй, чел пишет, купи голды нахуй, иди нахуй. Забанивал. Пиши, что голд селлер. Все, его банят сразу. Фух, блять, я вспотел нахуй, пиздец. Тут дома душа так, а вы еще этот душный рейд получается. Сейчас я всем кулаки раздам, уже нормально пробахнулся. Душнило получается. Я, блять, такой спать уже ложусь, вспомнил, блять, есть же это, монетки Джулии, а там падает этот, и жетон войны за пределы, блять. У меня там что-то. У тебя все столько монет оказывается? У меня 170 с чем-то было. У меня 85 жетонов за пределы. Я думаю, ебать, сейчас я догоню до 200, блядь. Сижу, тыкаю, ебать. Ну классно, классно. Но то ходить не надо теперь. Ну. Теперь новые мучения на ДК начнутся. Каску. Тут 112. А еще же на Форбсе можно что-то крутить там за голду, там какая-то хуйня. Каски. Женя, возьми с ГБ каски, пожалуйста. Я не слышу, что там Кир, что там вы разговариваете, и он там, эй, блядь, хуй знает, что он говорит. Да, да, да. Эй, чего, эй, блядь, возьми каски, дай. Каски, да. Погнали. Эй, блядь. Бать, ты чуть перед вами не встал, ёбай. Бля, да Гера у нас минута. Это у тебя минута, у нас Гера есть. Не, а, не, в плане, что это показывает, что откатывается. Надо что Марсель за дать. Фора, рассчитай всех. Сейчас уже бить будет. Всё, весь. Тотем. Кошку. Я тотем не вижу. Я только кошку вижу. Я убил тотем. Блять, он тут хп тотема не выставил. Там когда кошка появляется, только кошку бейте, и босса не бейте, потому что у него другое. А продиспайте халяву, на нем шок. Я устал, пожалуйста. Или вы его продиспайте? Тоже диспол не стоит. На X2 этот шок по 15 тысяч бил. С 2 тысяч убивал. Ну да, то сразу спать. Тотем вон. Теперь вижу потом, кстати. Ладно. Да хули он какой ебок стоит, заебал этот босс. Я вчера ночью ГМХМ ходил. Вот там этот... там ПГТ, знаешь такого танка? Ага. С танком ходил. Он этого грула разворачивал к нам лицом в рейд нахуй.
После того, как все время поджигал его на печке. Сейчас массейв нужен какой-то. Нормально. И вот мы все время из-за этого падали. А чё? Агро кто-то не держит. Там надо, чтобы рейс менялась, она Сандра стакает, поэтому Кирсу чуть не убила. Войд, забирай там тоже, если видишь. Не, не надо. Ну сам смотри, сам смотри. Мне тогда на 70к уебало. На Керусе, ты диспекси Керуса. Всё. А, он, я даже не замечал, что он в кошку превращается. В получеловека такого. Что? Ну слушай, он уже не одинаковый разве? Сейчас посмотрим, когда рысь вылезет. Там 5% надо до этой. 3%. Я отдал незыбку. Ага. А, кстати, он троллем становится. Да, да, вот видишь. Он типа свою шапку снимает. Да. А эта шапка, это... Шапка рыси. Да. Да, жалко, конечно, блядь. Что ему жалко? Вот эта хуйня, блядь, что не пробежали. Да блин, я не знаю, что-то не наш день. А у них, по-моему, в той гильдии массрез есть, так что есть повод туда вступить. Да не, мы уже основали империю нашу до конца. Будем здесь. Да и нам осталось 5 уровней. За год докачаем как раз. Если повезет. Шея какая-то, опять у меня какая-то была. Ага. Все, все, или дальше идем? Можно умирать. После все. Дальше, до фула. Дальше идем. Фул закрываем же. Не на этого с дракончиками можешь пайру прыгнуть. Сам смотри. Май, здорово. Да кого-нибудь раньше не заходите, пока все не умерли. КЗ зашел, боя нет. Все кольчугу упало почти. Такое ощущение, что все.